Пугачева расплакалась на прощание с Красновым. Певица Алла Пугачева приехала на прощание с художником-постановщиком Борисом Красновым на Троекуровское кладбище и расплакалась во время речи его жены. Об этом пишет московский комсомолец. Борис Краснов умер в ночь на 7 сентября. Художник-постановщик перенес COVID-19, после чего у него произошел инсульт. У Краснова отказала правая сторона тела, а мозг был поражен на 85%. В конце августа его перевели из Боткинской больницы в частный хоспис, где он скончался. Алла Пугачева приехала вместе с мужем Максимом Галкиным провести Краснова последний путь. Она долго стояла у его гроба, затем села в первом ряду и расплакалась, когда вдова постановщика Евгения Константиновна говорила прощальную речь.